находимся на модельном опыте по изучению влияния сроков сева на урожайность гибридов кукурузы. Высевали в три срока. В третьей декаде апреля, в середине мая и в первой декаде июня. Оценка урожайность гибрида кукурузы в зависимости от сроков сева. Модельный опыт по изучению разных сроков сева гибрида ДКС-3079. По состоянию на 6 сентября урожайность при сроке сева 2 мая составила 110 центнеров за гектара, при посеве 16 мая 115 центнеров за гектара и при посеве 2 июня 84 центнера за гектара при пересчете на стандартную влажность.